Всем привет, друзья! В прошлом ролике я показал один из вариантов мини-бензиновой горелки. За основу я взял стеклянный шприц. В этом ролике я покажу еще два варианта бензиновой горелки и расскажу некоторые особенности данного инструмента. Для первого варианта мне понадобится ветеринарная игла и вот такая вот штука, которую используют для кабелей, насколько я знаю, хотя не уверен. Но я точно ее не буду использовать по назначению. Для соединения с трубкой я буду использовать вот такую заклепку. Ну а во втором варианте можно использовать такую вот иглу для накачки мечей. Вот вам и один способ использования такой горелки. Все соединения я мог бы запаять оловом, но так как я исхожу из того, что у вас пока нет такой горелки, я буду использовать герметик холодную сварку. Емкость для топлива я сделаю из двух шприцов различного диаметра. Герметик подсох, и для того, чтобы было приятно держать в руке горелки, я обмотаю их вот такой изолентой, которая через минуту превратится в монолитный кусок резины.
Заправляем емкость с бензином. На 20 мл емкости достаточно 6 грамм бензина. Если пламя будет сбиваться, добавьте еще пару грамм. Основной элемент – это аквариумный компрессор. Пробуем наши горелки. Вы видите маленький огонек сбоку? Он является запальником для горелки. Спираль позволяет разделить пламя, и это не дает ему затухнуть. Ну а вот что будет без спирали. Пламя, конечно же, мощнее, но нифига не горит без зажигалки. Меня спрашивают, зачем? Ну вот, к примеру, я как-то делал зажигалку, в дно я впаивал монету. Вы попробуйте ее впаять паяльником, замучаетесь. А вот газовая горелка, которую одевают на баллон, перегреет заготовку. И это будет очень хреново. Также меня спрашивают, можно ли использовать вместо аквариумного компрессора что-нибудь другое. Когда-то я делал компрессор из хлама. Можно попробовать, конечно. Ну не знаю. В таком случае не забудьте поставить обратный клапан. Ну а ссылки на все упомянутые ролики вы найдете в описании под этим видео. Ну а на сегодня все. Лучшая благодарность автору за его труд — это лайк под этим видео. До новых встреч, друзья. Здоровья вам и вашим близким.